Женщина, убившая мужа скалкой, предстанет перед судом и продолжение криминальной истории с Ленка Тревел. В эфире Нижнекамские новости, в студии Александр Акишин. Здравствуйте. Уголовное дело по факту убийства в Большом Афанасово передано в суд. Само преступление произошло 4 сентября. По версии следствия, в ходе ссоры на почве ревности подозреваемая нанесла своему мужу несколько ударов скалкой, после чего мужчина скончался. Таким образом, данная жительница села Большое Афанасово Нижнекамского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи «Наказание за данное преступление» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сегодня возле торгового центра «Дан» произошло ДТП. Водитель «Шкода Октавия» при выезде на перекресток не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», в результате чего произошло столкновение. К счастью, во время происшествия никто не пострадал, зато повреждения получили автомобили. Чтобы не повторить этот горький опыт, сотрудники ГИБДД просят автовладельцев быть предельно внимательными за рулем, особенно в час пик. Руководитель туристического агентства «Лента Тревел» Елена Милентьева объявлена в федеральный розыск. От рук предпринимательницы пострадали десятки нижнекамцев. 24 человека подали заявление в полицию. По официальной информации, Милентьева скрылась с суммой в 1,5 миллиона рублей. И это лишь вершина айсберга. Обманутых путешественников, как предполагают следователи, намного больше. Подробности вы узнаете в итоговом выпуске новостей 18.30. В Татарстане появился новый вид наркотиков. На днях в Казани задержали участников преступной наркогруппы, в состав которой входили студенты различных вузов. Оперативники изъяли у них большое количество так называемых марок. По описанию, этот синтетический наркотик изготовляется в виде ярких кусочков бумаги, пропитанных сильнейшим психотропным веществом. Употребление марок происходит путем рассасывания во рту. Несмотря на яркий и безобидный вид, эти наркотики могут нанести тяжелейший вред организму. За окном 2 градуса выше нуля и повышенная вероятность осадков. То же самое ждет нас и вечером. На этот час это были все новости. В следующих выпусках мы расскажем вам о необычной находке у здания старой администрации и новых нападениях собак на людей в Камских Полянах. До новых встреч!